21 января 2018 год. Наконец-то в Харьков пришла зима. За ночь навалило так, что и коммунальщики расчистить ничего не успели. Благо воскресенье. Надеюсь, до понедельника справятся. Да, а по сию пору был только гололед. Причем такой гололед, что падал даже снег. Падал прошлогодний снег. Ой, красотища. Улица Гвардейцев Широнинца. Что там, налипло что? Да, это заметно. Она, наверное, сразу навалила. Всю зиму прям ждала. Ну, я же говорю. Подождала. Навалила, подождала погодка, пока ты выздоровеешь, и тебе специально. Странно удивляться этому 21 января. Но до этого действительно была голая земля. Сейчас давай, чтобы это все на тебя посыпалось. Молодец. Так, это у нас Манжосов Яр. Жене Манжосу привет. Ай, ну до чего ж красиво. Практически. О, как ты их называл, эти деревья, сын, я уже забыл. Унылые деревья, да, или как? Нет, пьяные деревья. Пьян, да не, что-то ты говорил, чеплачище. О, сюда уже коммунальщики успели добраться хоть чуть-чуть. Да, прям сказка 12 месяцев. О, уточка, смотри, пешочком. Сейчас, секунду, я уточек этих зафиксирую. Ну, пошли. Там три этих самых жерла. Ну что, понял.